Не допустить необоснованного роста цен в декабре. Такую задачу поставил Аким области перед своими подчиненными. Кроме того, Ерлан Кушанов поручил уделить особое внимание общественному порядку в ближайшие праздничные дни. Подробности в репортаже. На очередном аппаратном совещании акиму области доложили о ситуации на рынке. Ежегодно в период декабрьских праздников цены на продукты питания начинают необоснованно расти. В связи с этим уполномоченным органом Ерлан Кушанов поручил работать упреждающе и подумать, какие оперативные меры можно принять, чтобы не допустить резкого скачка. Зафиксирован рост цен незначительно на куриное яйцо, но производителями 4 приставок куриное яйцо не поднимали. По 20 центов. Мясо как? Мясо? Ед калай? Ед на уровне держится. Также мы продолжаем сейчас проводить ярмарки. В субботу провели ярмарку и дальше будем проводить. Мясо как было, так и есть. Кроме этого, на совещании акиму области доложили, что сегодня свободно реализуются горюче-смазочные материалы. Запасы АИ-92 рассчитаны на 34 дня, а дизельное топливо на 17. Очередей по области нет, и реализация ГСМ проходит без ограничений в свободной продаже. Кроме «Гелиуса», где временно установлены суточные лимиты на реализацию дизельного топлива. Но необходимо отметить, что выросла доля российского ГСМ до 50%, но это, соответственно, отразилось на цене. Но за ноябрь месяц в область отгружено казахстанскими НПЗ 10 тысяч тонн, российскими 11 тысяч тонн. И соответствующая ситуация по дизельному топливу. Поставки идут, проблем нет. Также глава региона поставил задачу перед подчиненными нести круглосуточные дежурства на ТЭЦ, чтобы не допустить аварий и непредвиденных ситуаций. Напомним, на прошлой неделе в Темиртау завершили капитальный ремонт котла номер 6. Однако запуск прошел не так гладко, как ожидали. Он работал на 150 тонн пара, выдавал в час, как бы не на полную мощность. Есть проблемы по дымососам, по подшипникам. В ходе капремонта подшипники не меняли? Меняли. Вот они дали, там где-то биение пошло, поэтому вот у нас на полную мощность не могли работать. Сейчас буквально они вчера ночью остановили свич на экране и заодно эти все дефекты отремонтируют. К ночи запустим, его под давлением проверим, как она будет, и уже будем запускаться. Кроме этого, особое внимание аким области поручил в ближайшие праздничные дни уделить общественному порядку. Батагоз Батырбекова, Николай Шевелев, 5 канал.